В этих соревнованиях приняли участие порядка 70 человек из разных уголков страны. 9 мужских команд по 4 человека в каждой и 5 женских команд по 3 девушки в каждой команде. Абсолютную победу одержали наши рязанские спортсмены Центра специальной парашютной подготовки. Спортсмены нашего центра заняли первое, второе место среди мужчин, и женщины завоевали пьедестал полностью. С одной из таких победительниц нам удалось пообщаться. Она рассказала, какую ювелирную работу приходилось выполнять, чтобы заработать необходимые для победы очки в прыжках на точность приземления. У нас находится большой мат, на котором лежит датчик. Датчик этот 16 сантиметров радиусом. В центре у него 2-сантиметровая мишень. Идеальным будет максимально точное попадание вот в этот желтый, в желтую мишень. Это 2 сантиметра она. По словам участников, площадки, на которых выполнялись приземления, были в этот раз весьма специфические. Раньше это была сильно ограниченная местность в центре города или на Кремлевском валу. Тогда соревнования были международные, и из-за сложности в приземлении на них допускались спортсмены не ниже мастеров спорта. Однако теперь, чтобы привлечь массовость к парашютному спорту, правила, как и сами площадки, немного поменялись. Несколько туров проводились на площадке приземления Житого. И там прошло 3 тура. На следующий день площадка приземления была выбрана Сельце. Она достаточно ограниченная и сложная по своим характеристикам. С одной стороны, с двух сторон, значит, с одной стороны танковое поле, с другой стороны река и с обоих сторон площадки деревья. То есть для неопытных спортсменов она была достаточно сложной. В этот раз выступавшие за наш регион спортсмены все одновременно являются военнослужащими. Их уровень подготовки очень хороший. По словам руководства, они проводят в тренировках круглые сутки. Это и боевая подготовка, и различного рода нагрузки. Так что совершение соревновательных прыжков в течение года, даже в 30-градусный мороз, это для рязанских спортсменов нормально. Стоит сказать, что эти соревнования стали традиционными. Они проходили в 26-й раз – при поддержке воздушно-десантных войск и администрации города Рязани.